Вы часто спрашиваете, что такое глянцевание стен, для чего оно делается и как оно делается. Вот посмотрите, вот эта стена, это после подрезки правилом штукатурки. Вот она получается вот в таком виде, с царапинами, но при этом она ровная. Далее, при помощи вот такой большой губки, мастер с использованием воды затирает поверхность, то есть увлажняет ее и убирает вот эти микроцарапины, микротрещины и прочие вещи, пузырьки и так далее. То есть поверхность сначала губкой разглаживается, увлажняется, получается на поверхности молочко, которое заполняет все вот эти вот нюансы, которые, ну, визуально некрасивые на стене. И следующим этапом при помощи фасадного шпателя мастер втирает это молочко в поверхность, и тогда получается такой эффект, как я вам показал на потолке, поверхность становится словно мраморная, как ледяная, то есть она становится очень гладкая.